Малянам асанирнинам нараварха стринам смаро муртимано гопанам саджану асатам кхити бужам шаста сапитаро сишху миттур бхожапатер бирару видушам таттям парам йогинам бришинам парадеватети Видито рангагато саграя, Малянам асанирнинам нараварха стринам смаро муртимано, Гопанам саджану асатам кхити бужам саста сапитаро сишху, Миттур бхожапатер бирару видушам таттям парам йогинам Бришинам парадеватети, видито рангагато саграя. Гаурия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Джагадгуру, сказал, есть бесконечная разница между этим миром и трансцендентным миром. Годья Гоштхипати, Шишила Бхакти, Сиддханта Сарасвати, Госвами Такур Прабхупад, Джагадгуру сказал, что огромная разница существует между этим и трансцендентным миром. Материальная концепция тела и крови преобладает у материалистов. Поэтому для них невозможно понять, что такое раса-таттва, что такое раса-лила. Для них это большая проблема. Практически невозможно. Время от времени я пытаюсь изо всех сил объяснять некоторые моменты, которые могут дать силу, чтобы понять, кто такой Верховный Господь Шри Кришна, Парампара Килеша. Несмотря на то, что существует всего одна Атма, то есть Адвайя Гьяна Таттва, она едина. Тем не менее, для того, чтобы совершать лилу, Бхагаван принимает две формы, две различные формы. Первое — это Радхарани, второе — это сам Шри Кришна. В Веданте приводится доказательство этому. Тем не менее, мы заняты материальными измышлениями майи. Поэтому мы не можем понять трансцендентное. Потому что обусловленная душа бесконечное количество времени вращается в этом материальном мире под влиянием Майи, Майя Деви. В соответствии с Санкхья-йогой существует Пракрити и Пуруша. Они полностью различны друг от друга. Не существует никакой связи между ними. Нет связи между Пурушей и Пракрити. Одно не может коснуться другого. Они полностью отличны друг от друга. Пуруша — это... То есть дживатма обладает настроением наслаждения. То есть дживатма обладает телом, и Пуруша Абхиман, то есть настроение наслаждения. Есть два вида Пуруши Параматма, Пуруша Парампара Килешар Пуруш, а второй — это дживатма, которая принимает различные тела, сменяет свои тела в соответствии со своей кармой.
время от времени дживатма сменяя тела. Если мы разберемся в этом моменте, мы поймем, что дживатма полностью чиста. И чинмая атма, трансцендентная душа, не имеет никакой связи с материальной природой, потому что Пракрити в действительности материя, джара-васту, материя. Но бесконечность, уже бесконечное время, Пуруша и Пракрити находятся вместе. По этой причине влияние Пуруши действует на Пракрити. И кажется, что материя обладает жизнью, но в действительности материя есть материя. Без Пуруши Пракрити просто мертвое тело. Тем не менее, бесконечная, уже бесконечность незапамятных времен, они взаимодействуют, то есть существуют вместе. Таким образом, Пуруша входит в Пракрити, и влияние Пракрити, то есть они смешиваются друг с другом, и выглядит так, что это неделимая татва, но в действительности это не так. С незапамятных времен они находятся вместе, но на самом деле они абсолютно разные. Атмаваста не имеет ничего общего с Пракрити. Тем не менее, в соответствии с кармой, живое существо вынуждено страдать или наслаждаться. И это невозможно без грубого тела. Поэтому оно наделено им. Как я уже сказал, без расы никто не хочет жить. Никто не хочет жить без наслаждений. В этом материальном мире или в трансцендентном мире никто не хочет жить без наслаждений. Раса — это жизнь и душа живых существ. Итак, в материальном мире живы заняты материальной расой, но в соответствии с тем, что сказано в Упанишадах, здесь сказано, что Парамтатва, Парампара Акилешвар, Парабраман, изначальная раса Татва, он есть раса Вайсаха, источник всех рас. Все дживы, бесконечные дживы, напрямую или не напрямую, получают расу из изначального источника Шри Кришны и наслаждаются этим. Если бы не было ананды, не было бы расы, возможности наслаждаться, кто бы захотел жить вообще? Кто бы пытался жить? То есть имеется в виду, кто бы прилагал к этому усилия? И Парампара Акилешвар Бхагаван напрямую или не напрямую распространяет расу. Это главная причина, по которой мы то есть, в действительности, это непостижимо. Акила Расамрита Синдху. Я начал со шлоки из Шримад Бхагаватам 10 песни. Там сказано: «Стринам смаро муртимано, гопанам саджану асатам кити бхуджам». Шастаса Питару Сишу Миттур Худжа Патера Вирару Видушам Татьям Парам Джогинам Бришинам Парадевати Бришинам Бришинам Парадеватити Бидиту Рангагатуя Гатаха Саграя. Когда Кришна и Баларам, убив слона Кувалая, они вошли на сцену, поднялись на сцену, где проходили битвы, где они должны были сражаться. Камса сидел на возвышении,
На троне, наверное. Да, на троне. А те, кто должны были сражаться с Кришной Баларамой, могущественные, сильные бойцы, все они обладали демоническими характерами. Они ждали сражения с Кришной. Кришна и Баларама. Были ослепительно красивые. Когда они путешествовали в Матхуре, все Матхуравасия, когда они прибыли в Матхуру, все Матхуравасия, Матаджи, были поражены, что же это? Что это за непостижимая красота? Они настолько прекрасные. Те, кто были, те, кто бойцы, которые ожидали битвы, было большое собрание там, много-много разных слоев общества собралось, чтобы посмотреть на битву. Женщины видели Кришну как величайшего героя. Они думали, это настоящий Камадев, а Пракрита Камадев предстал перед нами. Гопанам саджану. Гопы. They are thinking our dear and near one. Видели в Кришне своего самого дорогого друга. Those are wicked kings. Those are dangerous. They are doing all rubbish. Гопанам саджану. Плохой царь. Асатам кхити буян, those were not honest, dishonest. Те, кто были нечестны, эти, наверное, власть, правители, те, кто были нехорошими людьми, видели, что в форме Кришны пришло их наказание. Они думали, что сейчас они проучат нас. А те, кто обладали материнской и отцовской любовью к ним, Нанда Баба и так далее, они думали, что это мои сыновья пришли, мои маленькие мальчики. Сейчас я возьму их на колени. Камса же думал, что сама смерть предстала передо мной. Ученые, образованные пандиты, думали, что сам Бхагаван предстал перед ними. А йоги видели в нем Пара-Таттву, Парампара-Килешвара. Риши же, Риши, Вамши, Риши. So, Бришинам Парадевати, Бришинам Парадевати, Бидито. Those are Бриши Вамши. Бриши Вамши думали, что сам Парадевата пришел. Тот же самый Кришна, тот же самый Баларам. Когда они идут, когда они вошли, взошли на сцену сражения, каждый видел их по-разному. Теперь попытайтесь представить. Тот же самый Кришна и Баларам.
один и тот же Кришна, один и тот же Баларам. Но в соответствии со своим видением, все видели его по-разному. То есть, вот если со своими самскарами, мы смотрим на Кришну по-разному. Как я уже говорил, если есть бриллиант, то есть один бриллиант, и мы можем его видеть, то есть отражение от него разноцветно. То есть в зависимости от того, где вы стоите по отношению к этому бриллианту, вы будете видеть разные оттенки цветов отражения. Кто-то будет видеть красное, кто-то голубое и так далее. И никто не говорит ложь в этом отношении. Никто не будет неправ. Каждый будет прав. Это правда, что с разных углов бриллиант отражает разные цвета. Читание Чаритамриты сказано. Есть первичные и вторичные расы, которые порой вспыхивают и исчезают. Изначальный источник всего Шри Кришна. Единственный источник, из которого исходит все. Он совершенен. Тем не менее, мы не верим в это. Поэтому Джива Госвами Пад написал так много. Шукадев Госвами сказал так много. Для того, чтобы помочь нам понять, что что существует одна единственная татва, пара татва. Для осуществления игр Господь принимает форму героя. Он находится в сердцах каждого, в сердце в форме параматмы. Но кто понимает это? Шрути говорят. Только лишь пара-таттва. Существует лишь пара-таттва. Ананта-кальян. Бесконечный океан благости. Мангал. Body, speech and mind, whatever Leela Bhagavan going to do, it is all for good for us.
лилы, совершаемые Бхагаваном, в любом случае благоприятны для нас. Мы можем видеть своим грязным видением, зрением разные недостатки, но в действительности все деяния Господа благоприятны для нас. Когда Бали Махарадж был связан Вамана Махараджем, это также для его блага. Кто-то может утверждать, что это было неправильно, нечестно, нехорошо, но в действительности все это ради блага всех. Путана, лила спутана и так далее. Все игры, которые осуществляет Бхагаван для всеобщего блага, они совершенны. Бхагаван Кришна, Говинда, совершает высочайшие раса лилы. Гопи, как я уже говорил, цитировал из Брахма Самхиты. Шри Госвами говорит, не думайте неправильным образом. Брахма Васту — это Кришна, наш герой, думает Гопи. Вчера я цитировал из Нарда Панчаратры. Как бриллиант. Отражает разные цвета. Как я только что объяснил. Точно так же, в соответствии со своими самскарами, живые существа видят по-разному. Как я уже рассказывал, существуют разные разделения между преданными. Каждый обладает своей особенностью. И преданные, которые... То есть преданный совершает баджан, это так, но у каждого свои особенности. Питама Бишма пытался удовлетворить Кришну одним образом, Прахлад Махарадж другим. Кришна один и тот же. И у нас есть доказательства из Шримад Бхагаватам. Бесконечные аватары Бхагавана. Курма Вараха, Нарисинга, Рам, различные аватары. В Чайтанья Чаритамрите же сказано, према дан, для того, чтобы распространить прему. То есть распространение премы — это моя ответственность, говорит Махапрабху. Вараха, Нарисинха, Курмадев не могли распространить прему. Один и тот же Бхагаван, но в соответствии с Шакти, он принимает разные формы. Шакти помогает Бхагавану. Наверное, осуществлять свои игры. Бхагаван Анантамоя. В соответствии с лилой приходит определенный вид шакти, чтобы помочь осуществлению игры.
как с Махапрабху приходит Гададхар Пандит, Джагананда Пандит, Лакшми, Прия, Вишна Прия. То есть не бывает так, что Бхагавану нужно задействовать всю свою бесконечную энергию постоянно. То есть время от времени Бхагаван не сходит. В Кришна аватаре то есть Кришна — это Свайам аватари. Свайам аватари is when Bhagavan Shri Krishna coming. Когда Бхагаван Шри Кришна не сходит. Эти чанса калаха пумса кришнасту Бхагаван сам. Together with all ансо кала everything. Вместе. Coming together. I mean Кришна виграха. Is a complete. То есть Кришна виграха полна. То есть если мы посмотрим, то в Кришне присутствуют все аватары. Только лишь Бхагаван может осуществлять. То есть мы не можем сравнить все исходящие из Кришны аватары с самим Кришной. Никто из них не может совершать такие игры, как делает Кришна. Бхагаван обладает различными совершенствами. Он может... Он обладает острой смекалкой. Он знает, где, когда и как, что делать. Что нужно сделать так, чтобы принести удовольствие всем. Кришна знает это в совершенстве. Браджендра Нандана полон в себе. Обычно бедняки в этом материальном мире находятся под контролем финансово обеспеченных людей, физически могущественных людей, под влиянием власти. Такова природа этого материального мира. Такова история. То есть те, кто могущественные, хотят контролировать других. В Кришналиле Кришна под контролем любви своих преданных, привязанности своих преданных. В Чайтанья Чаритамрите сказано, что для того, чтобы поклоняться и любить Кришну, необходимо лишь одно. Йога, враты, аскезы — все это хорошо, но для того, чтобы развить отношения с Кришной, необходима одна вещь. Лишь одна вещь — прити. В Чайтанья Чаритамрите это ясно описано. Бесконечная привязанность. Whenever the question of Supreme Lord coming, immediately there is one screen drop. Когда that kind of open love affair not possible. Some restriction of love. Необходимо лишь снеха сева, бесконечная любовь.
без ощущения того, что Верховный Господь, что это Верховный Господь. Когда есть, когда просыпается это ощущение, то появляется экран, то есть имеется в виду, заслоняет нас от Кришны вот это чувство почтения. Какие-то появляются правила и предписания, ограничения, но не должно быть никаких ограничений в нашем служении Шри Кришны. Сам Кришна не хочет этого. Кришна говорит, что если присутствует Айшварья Гьяна, ощущение величия Господа Кришны, в таком случае моя према, не может раскрыться, и я не удовлетворен также этим. Вчера я говорил, Бхагаватам сказано, Савигья и Сарат. В материальном мире возрастает наш опыт, знание, все это основано на материальном мире. Любой опыт, которым мы обладаем, основан на материальном, на этом материальном мире, то есть не за его пределами. Он не может выйти за пределы материального мира. И все науки, которые, знания, о которых мы имеем, химия, физика и так далее, мы все это извлекли, все это знание, применив свои физические, то есть имеется в виду, все это материально. Но не думайте, что у Кришны знание такое материальное. Савигья, сарат означает, что что все уникально. У Кришны все знание, которым он обладает, уникально. Нет никакой связи с этим материальным миром. Когда еще не было творения, Кришна обладал полным знанием. Нам нужно накапливать материальное знание. Но не для, это не для Кришны. Почему лила Кришны совершенна? Потому что, предположим, Кришна хотел бы дать Крипу, пролить милость. Когда Кришна только лишь родился, был еще совсем малышом, он пролил милость на Путану в соответствии с ее настроением. Внешне кажется, что Кришна убил Путану, высосав ее молоко. Когда Кришна пришла, Кришна закрыл... Когда Путана пришла, Кришна закрыл глаза. Он исполнил желание, он выпил ее молоко. И без всякого оружия, младенец. Пролил милость на Путану. Разные демоны, как мы знаем, из Шримад Бхагаватам получают время от времени милость Кришны. Like, fast joy, joy. В
Сначала Джай Виджай. Мы видим, что это желание Шри Кришны. На самом деле они не пали. Все, что произошло, произошло по воле Кришны. А также в форме Рамы, Нрисинги. Бхагаван убивает асуров. Но мукти он не дает. Джива Госвамипад пишет, что это мы можем увидеть только в Кришне, это присуще лишь ему. В Вишна Пуране сказано, что Хирани Кашипу различные документы. В Вишна Пуране описаны. Вайкунта Паршад Джай Виджай пали из-за проклятия Санака Санадна Чатуршана. Они пали, приняв тела, родившись как демоны. Сначала Раван и Кумбхакарна, затем родились как Раван, Хираньякша, Хираньякашипу. Затем, как Рамана Кумбхакарна. Но они убили, были убиты Вишну Таттвой. И даже полубоги, даже Индра Махарадж не могут ожидать такой милости. Но мукти они не обрели. Саюджа мукти не обрели. Они родились как Шашупала и Дантаварка. И в это время, по милости Шри Кришны, они обрели освобождение. Один и тот же Бхагаван. Я пытаюсь объяснить особенность милости Бхагавана, Каруна Майи, без Кришны. То есть никто, кроме Кришны, не может пролить такую милость. Майтрея Муни. Спрашивает Бхагаван, Парасар Сен Дуйттапати Хираньякашипу, to kill him. Бхагаван, Ахила Брахманда Сиситита Палай, Бхагаван, came in the form of Нрисинга. Бхагаван принял форму Нрисинги. But after watching, увидев, Хираньякашипу was in the mood of fighting. То есть Хираньякашипу был в настроении сражения. Вначале он спросил. То есть он бросил вызов в прохладу, имеется в виду, что он был очень враждебно настроен, спросил, ну где твой Господь, что он, в этой колонии? И когда он увидел Нарисимха Дева, Хираньякашипу не мог понять, что это сам Верховный Господь. Он думал, какое странное существо, полулев, получеловек, он не мог понять, что это сам Верховный Господь. Нараджи Махарадж говорит, если бы кто-то захотел сконцентрироваться на Бхагаване, асуры, они, если... То есть для них необходимо сфокусироваться на Господе. Хираньякашипу не мог понять, что Нрисимхадев сам Сакшат Бхагаван. Он думал, что это так странно,
такое странное существо. Он просто думал, что благодаря своей предыдущей пунье какая-то джива обрела такое, такое могущество. Оставляя тело Хираньякашипу, сердце его было исполнено раджа-гуны, не было никакой сатья-гуны. Он был в таком настроении, хотел наброситься на Нрисимхадева в злом настроении, в гневном. Его сердце не было чисто. И вот в таком состоянии он оставил тело. Когда это произошло, он явился, то есть после того, как он умер, он пришел как Равана. Он принял форму Раваны, родился как Равана. И был настолько могущественен, что все полубоги, он захватил контроль над полубогами, обладал бесконечными богатствами. После смерти Хираньякашипу принял форму Раваны. Но в это время также в следующем его рождении также было полно камы. Джанаки, взглянув на Джанаки, то есть имеется в виду Сита Деви, взглянув на Ситу Деви, он смотрел на нее с камой, с вожделением, и он не мог понять, что Рамачандра — сам Верховный Господь. Он думал, это просто какой-то могущественный человек. Манушья Будхи. Если... То есть почему мы не можем совершать баджан должным образом? Потому что наш материальный даршан очень силен в нас. То есть, глядя на Гуру Вайшнавов, мы не можем обрести трансцендентный даршан. Имеется в виду, что мы смотрим на Гуру Вайшнавов как и видим нечто материальное. Мы не видим их трансцендентность. Мы видим, что Гуру Вайшнавы якобы болеют, что они могут быть бедными и так далее. Все это. То есть мы не можем взрастить апракрита будхи, поэтому мы не можем прогрессировать в нашем баджане. Когда после смерти Хираньякашипу пришел в форме Раваны, он также не мог понять, что Рамачандра — Верховный Господь. Он думал, что это обычный человек, который достиг могущества. То есть, будучи убитым Нарисимхадевом, Хираньякашипу родился как Равана. И в следующем своем рождении, в форме Раваны, у него не было ясного понимания, кто есть Рамачандра. Он был полон камы. Он хотел похитить Ситу. Таково настроение демонов, ракшасов. Они хотят забрать силу Верховного Господа Шакти. Такова их природа. Махешасур также хотел забрать у Бхагавана Шакти, у Шивы. Он хотел забрать у Шивы Шакти, но Шива и Шакти не отличны друг от друга. Иногда они хотят
забрать Шакти. Нет, иногда они хотят похитить Верховного Господа, иногда хотят Шакти похитить. Такова природа демонов. Вспомните Врикасуру. Равана был убит Рамачандрой, но тем не менее он не смог обрести мукти. Затем он родился как Шишупала. Шишупал родился как очень богатый человек. И в соответствии со своими предыдущими рождениями, он сформировал ложные понимания, ложные концепции, настроение, враждебное настроение. Поэтому, то есть он сражался с самим Верховным Господом. И в соответствии со своими самскарами, опираясь на свои предыдущие жизни, он также и в этой жизни сражался с Кришной, хотел воевать с Кришной. С самого рождения, как только он начал говорить «папа, мама», он начал критиковать Кришну. Он ненавидел Кришну. Нирантара, то есть постоянно, постоянно он произносил имена Кришны. Мы знаем могущество имен Господа. Все могущество Господа заложено в святое имя, как это сказано в первом стихе Шикшаштаки. Все могущество Господа вложено в имена Господа. И Шишупала, когда он критиковал Кришну, искорблял, говорил грязные вещи о Кришне, он постоянно, постоянно это делал. Когда бы он ни... Прабхупад говорит... Если вы ненавидите кого-то, допустим, я кого-то ненавижу, я злюсь на кого-то. В этом случае я... То есть у меня в сердце автоматически сформирована картинка его, этого человека. Я пытаюсь над ним взять верх, оскорбляя его, критикую его. То есть я должен отомстить, я должен отомстить. Это единственное, о чем я думаю. Все мои мысли полностью захвачены этим. Поэтому Нараджи Махарадж сказал Юдхиштиру: «Раджан, я уверен, что если ты будешь совершать баджан в благоприятном настроении, в благосклонном, это займет долгое время. Но демоны, обычно враждебно настроены Господу, из-за ненависти, из-за настроения соревнования, соперничества, из-за зависти. Я не пытаюсь вам посоветовать, что мы должны следовать им, но суть в том, что если вы будете думать о Кришне негативно, в негативном ключе, мы не собираемся этому следовать, это делают демоны, но я просто привожу пример. Если вы будете думать о Кришне в негативном ключе, или о ком бы то ни было, вы думаете о ком-то с ненавистью, автоматически вы сконцентрированы на этом человеке. И так я провожу свое время. Свое ценное время трачу на это. То есть я завидую кому-то, я ненавижу кого-то, я пытаюсь соперничать с кем-то. У меня сформирована внутри концепция, то есть, что он мой враг. И естественным образом я сконцентрирован на этом. Концентрация имеется в виду медитация. Это не то, чему мы должны следовать, но тем не менее,
это процесс, которому следовал Шишупала. Когда бы он не критиковал его, то есть он постоянно его критиковал. Но в это время он всегда был сконцентрирован на Кришне, ни на ком бы то ни было еще, лишь Кришна был в его голове. Поэтому он повсюду видел это. Он постоянно думал о его золотых одеждах, прекрасных украшениях, камни Кауступхи, Шанки, Чакри. Бесконечно он думал об этом. Таким образом, он постоянно оскорблял Кришну, но тем не менее, он постоянно произносил имена Кришны. Кришна такой, 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 что... Несмотря на то, что он его унижал и оскорблял, он говорил о Кришне. Попытайтесь понять это. Если весь мир, бесконечный мир, начнет, восстанет против Кришны, будет критиковать его, Кришне не будет до этого никакого дела. Он не обратит на это внимания. Даже если весь целый мир, почему Кришна совершает эти грязные расы лилы? На самом деле это просто ноль для Кришны. Это абсолютно незначимо, не имеет никакого значения. Люди могут говорить грязные вещи о Кришне, но для него это ничего не значит. Потому что Кришна за пределами чего бы то ни было. Если кто-то будет критиковать его, он умрет. То есть человек, который будет критиковать, он умрет. В соответствии с тем, что говорится, что постоянное памятование о Кришне. То есть Шишупал следовал этому. На месте проведения яги он говорил много-много нехороших вещей. Риши и Муни молчали. То есть все закрыли уши, глаза, чтобы... Ах, они ему закрыли, наверное, глаза, уши, чтобы он ничего не говорил против Кришны, но он все равно говорил. Но тем не менее, Кришна не был обеспокоен этим абсолютно. Было... Кришна пообещал, что после того, как будет совершено 108 апарадх, когда проходила яги, он начал говорить пять разные пакости. Этот, вы собираетесь ему поклоняться в таком почтенном собрании Риши и Муни. Непонятно, его происхождение абсолютно не ясно. Накула сказал, что необходимо поклоняться Кришне, Парампара Акилешваре. Но демоны восстали, сказали, что это глупости. Тут присутствуют великие Риши и Муни, а вы собираетесь поклоняться ему. Но Кришна не промолвил ничего в ответ. Юдхиштхира Махарадж сказал правду. Мы должны прежде всего поклоняться Кришне, потому что он сердце всех и каждого. Он изначальная причина всех. В конце концов, Кришна стал, взяв оружие и срубил голову Шишупалы. Голова Шишупалы упала на землю. Но произошло чудо. Дух из тела вышел, как огонек.
светящийся, и он слился с лотосными стопами Кришны. Когда Агасур был убит, тоже произошло нечто подобное. Дживатма ждет Кришну, чтобы прийти к нему. То есть Атма ждет, когда она может выйти и слиться с Кришной, обретя Саюджа Мукти. Таким образом, Кришна наделяет мукти каждого, различные виды мукти для различных джив. Только лишь Кришна может даровать мукти. Вы можете вспомнить, что когда Брахма пришел, чтобы проверить Кришну, кто он такой? В это время Брахма похитил всех мальчиков-пастушков и телят. И Кришна проявился в форме мальчиков-пастушков, так что было не отличить, и в форме телят. Он проявил те же качества, также звали их. И это продолжалось один год. Целый год Кришна исполнял роль похищенных мальчиков-пастушков. И теля, даже Баладауджи Махарадж не мог понять. Сам Баладев Махарадж, который не отличен от Кришны, он его первой экспансии не смог этого понять. Потому что сила желания, то есть могущество желать, наверное, все это присуще Кришне лишь. Но все остальные атрибуты Кришны, данды, трон и так далее, все это проявление Баладауджи Махараджа. Но одно единственное, что оставляет за собой Кришна, это право выбора, желание. Баладауджи Махарадж таким образом не мог понять. Как это возможно? Баладауджи Махарадж не отличен от Кришны. Да, если Кришна не позволит ему понять, он не сможет. Однажды Баладауджи Махарадж был поражен, когда он увидел, что новорожденные телята рождены телята, но Гомата бежит к своему старшему ребенку, теленку. Обычно всегда корова уделяет больше внимания своему новорожденному теленку, но тут все наоборот. Она несется, чтобы с любовью облизывать, с любовью кормить своего старшего ребенка, своего старшего теленка. Баладауджи Махарадж был поражен, я никогда прежде не видел подобного. И тогда он сконцентрировался. Для того, чтобы осознать, познать, что происходит. Он сконцентрировался на самом себе. Обычно, когда Баларам приходят, они играют как... Когда Праламбасур похитил Баларама,
Было две стороны Кришна, сторона Кришна и Баларама, Баладева. Тот, кто проигрывал, должен был носить выигравшего на плечах. Асур сказал: ты проиграл, поэтому ты должен носить меня на плечах. И когда это он взял его на плечи, тот бросился в сторону Мадхуры. Баладауджи Махарадж был поражен, испугался, куда он несется. Он уже далеко от поля нашей игры. Затем Баладауджи Махарадж погрузился в себя и подумал о себе, как о Верховном Господе. То есть он смог осознать, что это демон. Каждый раз, когда они играют, они, когда они являются своей игрой, они ведут себя как люди, обычные люди. Они не являют своего могущества. Баладжи Махарадж был поражен, когда посмотрел вокруг. Он понял, что вокруг лишь Кришна. После того, как он погрузился, вышел из медитации, он осознал, что повсюду Кришна. Даже эти телята — это Кришна. Баладжи Махарадж думал, Майя не может коснуться меня. Майя не может обмануть меня, только лишь по желанию Кришны. Я могу впасть в иллюзию, меня можно обмануть. Мой Кришна, мой господин. Он увидел, что повсюду лишь Кришна с бесконечным могуществом. Сейчас я хочу спросить вас. То есть мы слышим много харикатхи, но когда дело доходит до раса-катхи, мы не можем правильно ее понять, и материальные концепции оскверняют наше сердце, материальные представления. Нараяна Риши, когда Индра Махарадж чинил ему проблемы, посылая ему прекрасных райских девушек, чтобы прекратить, прервать его аскезы, но он не был нисколько разгневан. Он открыл свои глаза и смотрел на Индру и смеялся. Он создал новых и еще... То есть он сам создал прекрасных девушек, прекрасных апсар. И послал в рай, на райские планеты. Сказал: ступайте туда. Он был, и Индра был поражен. Как это возможно, что Нараяна не почувствовал никаких беспокойств? Ну, как, что удивительного, Кришна Парампара Акилешвар, он непостижим. Он совершает расу, а глупцы критикуют его за это. Они даже не могут подумать, что это сам Верховный Господь, Бхагаван. Кришна может создавать бесконечное количество прекрасных девушек, исходящих из его лотосных стоп. Когда мы повторяем этот стих, мы не чувствуем его, его значение. Когда Гауранга Махапрабху танцевал танцевал в форме Лакшми, вы можете прочитать это в читании Бхагавате. В форме Лакшми Бхагаван Шри Кришна читание танцует. И в конце концов он раздает грудное молоко всем и каждому в форме Лакшми. Это описано, вы можете прочесть это в читании Бхагавате. А вы хотите читать Уджалани Ламани. Это ваша хроническая болезнь, что вы не можете, не хотите читать читание Бхагавату.
Вы хотите читать Уджвала Нилама, как же я могу вам помочь в таком случае, если вы считаете себя великими преданными? То есть Кришна всем раздавал молоко в форме Лакшми Вриндаванда Стакур, описывает это. Читание Махапрабху, Парампара Акилешвар Шри Кришна доказал, что я... Я все везде, все сущее. Кто ваша мать? Это я. Показал это Господь. Бхагаван доказал, что я ваш отец, я ваша мать, я все для вас. Но кто понял это? Кто понял его настроение? Бхагаван невероятно привязан к нам. Кришна совершает свои удивительные игры. И счастливые дживатмы, удачливые дживатмы могут осознать это, войти в эти лилы, полные любви. У Кришны нет никаких грязных мотивов. Он совершает свои игры только лишь для этого. Это единственный его мотив. Но вкус этой расы высочайший. То есть он это Уджвала раса. Невозможно постичь это материалистам. Это возможно лишь тем, кто обретет милость Рупанога, Раганога, преданных в Мадхура расе. Чайтанья Махапрабху хотел доказать, что все обусловленные души не понимают. Хотел показать, что обусловленные души не понимают меня, моих деяний, они пытаются выискивать ошибки во мне. Но в Брахма Самхите сказано: вы повторяете эти стихи, но не можете понять, что в них, осознать их. В материальном мире, если мы лишаемся норм поведения, все потеряно. Саду, гуру и вайшнавы обладают безупречным поведением, безупречным примером поведения, поэтому они утвердились в чистом служении. Они тверды в своем чистом служении. Если мы видим в ком-то слабость, сухость сердца, то есть если у нас слабое сердце, сухое сердце, мы не сможем обрести крипу. Мы должны четко понимать, как мы сможем прогрессировать на пути Рагануга Баджана. Почему Кришна не создал... Почему бы Кришне не... Кришна изначальная всех... Причина всех причин. Почему бы... Неужели Кришне нужно идти в какой-то отель, чтобы развлекаться там с женщинами? Эти грязные измышления должны быть прекращены. Мы не должны позволять людям думать таким образом. Таким образом, мы знаем, что милость Кришны уникальна, и Он может даровать нам... чтобы даровать нам Унату Уджвала Расу, Гауранга Махапрабху не зашел в этот мир, потому что никто не мог понять Кришну. Кто дал милость растениям? Кришна настолько милостив, что Он дает прему даже растениям, деревьям во Вриндаване. Everything they are going to prepare.
Настолько милостив Кришна. Но проблема в том, что очень легко неправильно понять Кришну, потому что Кришна совершает свои игры вместе с Радхарани, а Радхарани не отлично от Кришны. Лалита и Вишака исходят из Радхарани. Для того, чтобы служить Кришне различными путями, чтобы полностью удовлетворить его, они принимают разные формы. Но нам это не интересно. Мы не хотим задумываться об этом, осознать это. Когда даже Кубджа наслаждалась Кришной, захотела наслаждаться с Кришной, Кубджа, она оказала ему некоторое служение, и Кришна захотел отплатить ей за ее служение. Это не значит, что он почувствовал какую-то каму и поэтому пришел к ней домой. Мы вот думаем, что из-за своей камы он почувствовал вожделение, он пришел к ней в дом из-за этого, для того, чтобы получить какие-то удовольствия. Но как тот, кто является атмарамой и аптакамой, может в чем-то нуждаться? Мы не понимаем, что Кришна полностью самодостаточен, ему ничего не нужно. Что означает атмарама? Означает, что ему не нужно никаких внешних вещей для того, чтобы наслаждаться. Атмарам означает, что ему ничего не нужно из внешнего мира. Он сам наслаждается, сам себе наслаждается. Когда наш ум, наши глаза, уши направлены во внешний мир, все наши органы чувств смотрят на внешний мир, но мы должны направить свой взор внутрь, потому что все сокровища сокрыты там. В один день должен настанет, когда-нибудь настанет такой день, когда мы будем смотреть лишь внутрь нашего сердца. И в таком случае мы в этот день мы увидим, найдем там все, все сокровища. Как вчера я говорила, что если в один день вы осознаете, что гуру лилы, то есть если мы ясно увидим в сердце гуру лилу, без всяких остановок, безостановочно мы будем созерцать игры Шри Гуру в нашем сердце, Прабхупад говорит, что будьте уверены, в таком случае сердце ваше чисто. Если Прабхупад будет в вашем сердце, Гуру, представьте наши Гуру Варги, Гуру Вайшнавы, вы обретете милость от них. Возможно, физически, наверное, они не будут находиться рядом с вами, но вы будете видеть их в своем сердце и чувствовать их любовь и привязанность. Полная картинка будет в вашем сердце. Не надо будет вам не нужно идти внутрь храма Джаганатха, вы будете в своем сердце созерцать Джаганата со всеми его украшениями. Такого положения чистого, очищенного сердца. Кто-то говорит, что я пытаюсь сосредоточиться на лотосных стопах Шри Гуру. Я повторяю мантру, но тем не менее я не могу думать о вайшнавах. И когда у нас такое положение, очень плохое состояние, что нам делать? Мы как бы на волоске от того, чтобы погрузиться в материальный самсару. Один преданный хотел жениться и так далее. То есть это признаки того, что в нехорошем состоянии находится преданный. Каков,
каковы признаки саду. Мы только лишь взглянув на саду, чувствуем, что он пребывает в другом мире. Я описываю формулы, описываю признаки, по которым можно определить, кто есть истинный саду. Проблема в том, что люди не заинтересованы в этом. Как осознать, кто есть гуру, кто саду? Только лишь взглянув на них, мы чувствуем, что он будто бы совершенно в другом мире находится, где-то пребывает не здесь. И в то же самое время его поведение, его пример поведения, его харикатха, она все это беспрерывно, нет никаких отступлений, нет никаких остановок, перерывов. Если это присутствует, означает, что его речь и дела не едины, то есть есть разница между тем, что он говорит, и тем, что он делает. Мы забывчивость естественна для обусловленных душ. Понимаете значение этого стиха, этих слов? Гуру и Вайшнавы организуют прекрасный прасад для Бхагавана. Затем они предлагают его преданным и вкушают, наслаждаются, вкушая его. Когда преданные наслаждаются, сердце их танцует. Вкушая прасад, они наслаждаются. Существует много разных симптомов, с помощью которых мы можем определить, кто есть саду. Если же вы глупы и хотите остаться в своем собственном нынешнем положении, что я могу с этим поделать? Когда... То есть Кришна сам говорит, но никто не верит его словам. Он говорит, тот, кто будет любить меня... Наверное, он говорит, что моя любовь выглядит как материальная кама, но в действительности она не имеет ничего общего с материей. Читание Чаритамрита сказано. Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, колоссальная разница между материальным и трансцендентными мирами. Но нам мы не хотим понять этот момент, поэтому концепция материальная не покидает нас. Концепция крови и плоти. Сам Кришна говорит, когда мои преданные обнимают и целуют меня, внешне выглядит, что это кама, материальная кама, как в лесу. Господь Рамачандра путешествовал, а муни и риши хотели обнять его с какими-то особыми чувствами, и в то время это не было возможным. Рамачандра осознал это, он сказал, что сейчас это не может произойти. Сейчас я Ситаваллаб. Когда же я приду в форме Бахуджанаваллаба, то есть в форме героя, наверное, они могут прийти и исполнить свои желания. У меня нет никаких желаний, никакой камы, никакого неудовлетворения. Даже йоги Гьяни знают, что Кришна... Простите. Кришна находится на таком уровне, что его невозможно не любить. Все, кто приходит в соприкосновение с ним,
переполняются любовью к нему и увлечением. Тем не менее, материалисты критикуют его. Кришна говорит, что на самом деле это не кама. И между камой и премой бесконечная разница. Когда я занимаюсь поисками самоудовлетворения, это называется кама, но когда я хочу удовлетворить лишь Кришну, это према. И это возможно лишь во Вриндаване, потому что там нет никаких требований, имеется в виду, никто не хочет самоудовлетворения. Все, кто в материальном мире, кто совершает баджан, все имеют какие-то корыстные желания. Йоги хотят достигнуть ситхи, но бхакты не хотят никаких сит. Мадхавендра Парипат, Ишвара Парипат, все это чистые преданные, которые абсолютно не заинтересованы ни в каких ситхах. Но на самом деле они обладают этими ситхами, как, например, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Мы видели, каким огромным могуществом он обладает. Тем не менее, они не показывают никакого йогического совершенства. То есть это естественно для чистых преданных. Все, что необходимо им для служения, приходит к ним. Они не заинтересованы ни в каких деньгах, потому что деньги приходят и точно так же уходят. Все, что им необходимо, Кришна дает им. Мадхавендра Парипат не хотел никаких... Ничего не хотел. Было 10 тысяч коров, и некому было совершать служение им. Но Мадхавендра Парипат не просил ни воды, ничего бы то ни было. В соответствии с желанием Гопала, он стал служить, выполнять это служение. И ему принадлежит, то есть под его руководством было много храмов, но он никогда не думал, что это его собственное имущество. Дхарма, артха и кама ждут. Дхарма, артха ждут, когда появится возможность послужить саду, таким как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махарадж. Не нужно создавать никаких матхов, как говорит, храмов, как говорит Шрила Шридхар Махарадж. Вы не сможете их контролировать, поддерживать. Просто совершайте баджан. Не нужно никаких храмов. Нет, нет, мы хотим. Ну хорошо, делайте и умирайте. Что поделать? Вани сева может быть совершена только по желанию Нитьянанды. У Прабхупады не было совершенно денег, но он смог осуществить грандиозную проповедь. И также это было возможно для Шрилы Бхактивинода Тхакура и так далее. Во Вриндаване уникальная ситуация, обстановка. Мы видим, что повсюду есть какие-то корыстные желания, но во Вриндаване этого нет. Они лишь хотят дать, дать, дать. Дай мне. Дай мне денег, дай мне людей.
дай мне славу, и всех моих врагов убей. Такое, таково положение вещей в материальном мире, так молятся материалисты. Зависть, соревнования, они хотят чинить препятствия тем, кто совершает служение. В Чайтанья Чаритамрите сказано, если есть хоть немного камы, нет проблем, просто совершайте Кришна Бхаджан. Даже если есть какая-то кама, все равно совершайте Бхаджан, не ходите никуда. Потому что... Это говорится в Чайтанья Чаритамрите. Для того, чтобы... удовлетворить свою каму, они начинают